Добрым утром, друзья! Мы продолжаем наши тренировки. И сегодня мы предлагаем вам поработать с ротациями в позвоночнике и с укреплением боковой поверхности корпуса. Мы ложимся на бок. Постарайтесь расправить себя максимально в длину от копчика до макушки. Проследите за тем, чтобы у нас все суставы были отстроены. Стопа над стопой, колено над коленом, тазобедренный над тазобедренным и оппозиционное вытяжение. Уложите ладони на уши. Локти соедините перед собой и взгляд на верхний локоть. Теперь, не двигая тазом, мы делаем вдох и ротацию. Вводим локоть за спину, стараясь, чтобы вот эти все точки, которые мы отстроили, остались неподвижными. И вернуться обратно, выдох. Еще один раз медленный, спокойный вдох с удовольствием. Удлиниться в локоть. Постарайтесь сделать это движение не за счет выкручивания плеча, а за счет ротации в грудном отделе. И еще один раз медленный, спокойный вдох. Голова лежит, ладони стараемся оставить лежа. Колени склеить. Удлиняемся и возвращаемся в исходную позицию. Последний раз такое же движение. Каждый раз возвращаем локоть к локтю. Ротация в грудном, вытяжение. Вернуться. Наш позвоночник готов к ротации более сложной, поэтому мы поднимаемся на опорный локоть. Проследите, чтобы локоть был точно под плечом. Позвоночник натянут, как стрела, от копчика до макушки. Шея длинная. Выводим верхнюю руку за голову. Повторяем точно такую же ротацию. Отталкиваясь опорной рукой, выдох, скрутиться. Прошу обратить внимание, колени, таз остаются без движения. Возвращаемся в исходную позицию. Продолжаем. Ощущение должно быть, что мы сохраняем натяжение в длину и вернуться в исходную позицию. Продолжаем движение, выдох, ротация, голова не падает. Хорошо. И опустить верхнюю руку перед собой и опуститься, лечь на бок. Мы сделаем несколько отжиманий. Сохраняя натяжение с выдохом, ровная спина, поднять вверх и вернуться обратно вниз. Без ротации, выдох наверх. И вдох. Еще 4 раза. Выдох вверх. Позвоночник натянут, как стрела. И выдох наверх. Без ротации. И еще 2. Последний раз. Опуститься вниз. Молодцы. Подняться наверх и сменить сторону. Лечь на другой бок. Ладони расположить на ушах. Взгляд на верхний локоть. Отстроить стопы, колени, таз, так же, как в прошлом варианте. Взгляд на верхний локоть, ротация. Вдох с удовольствием, таз неподвижен. Вернуться в исходную позицию. Продолжаем. Вдох. Руки широко расправлены на затылке. Отпустить замок. Руки на ушах. И вернуться. И еще один раз. Колени, таз не двигаются. Удлиниться. Взгляд на локоть. Еще дальше. И еще дальше. И еще вдох. И вернуться обратно. Поднимаемся на локоть, повторяем то же самое. У нас теперь силовой вариант упражнения. Вы должны сохранить эти же ощущения. Рука за головой, ротация. Отталкиваемся, не давим рукой на затылок. И возвращаемся обратно. Голова постарайтесь, чтобы оставалась в одной точке. Выдох. Из-под нижнего ребра повернуться и вернуться обратно. Еще 2 таких же раза. Выдох, повернуться. И вернуться. И еще один раз. Опустить верхнюю руку вниз и лечь на бок. Отжимания. Поехали. 6 красивых раз. Натянуться, выдох. И вернуться обратно. Оппозиционное вытяжение из копчика в макушку. Хорошо. Еще 4. Выдох вверх и вниз. И 3. Вверх. Не падаем, не падаем, не падаем. И последний раз остаться внизу. Молодцы. И подняться, сесть. Ножки вниз и сели. На этом наша сегодняшняя тренировка подходит к завершению. Мы ждем вас на следующих занятиях.